Ваня и Наташа в Виктории работали вместе. Несколько последних месяцев готовились к свадьбе. Это белое платье с кружевом и яркими камнями она должна была надеть 22 сентября. Тогда планировали пожениться молодые. Дуже переживала, як це воно буде, щоб нічого не забути, от всі такі мелочі, ці деталі, а щоб був там не забути за букет, не забути за бутоньєрки, додатково вона от так все детально все записувала, просчитувала. Пара вместе 8 лет. Познакомились в студенческие годы. В этом году парень сделал предложение своей возлюбленной. Кольцо подарил на 14 февраля, в день всех влюбленных. Саме головне для мене це було, чи вгадав я з розміром. І навіть я не почув, сказала вона так чи ні. Дуже сильно переживав, але вона погодилася. Ваня рассказывает, за 3 недели до пожара они написали заявление об уходе из Виктории. В тот злополучный день их в лагере не было. Забрали вещи и уехали домой. Готовились к свадьбе. Но Наталью Янчик вызвали в лагерь на следующий день после пожара. Исковали в наручники. Суд оставил девушку под стражей на 2 месяца. Ее подозревают в нарушении правил пожарной безопасности. По словам Вани, из Наташи сделали просто козла отпущения. Вона завжди відносилась до своєї роботи відповідально, і якщо її щось просили зробити чи наказували робити, вона робила, вона не задавала ніяких лишніх питань, тому що вона розуміла, що на її питання відповіді не буде. Якщо їй сказали, там потрібно зробити то-то-то, вона ставала і робила. Помимо того, що її назначили, вони повинні були, в принципі, провести процедуру, відправити її на курси, зареєструвати її в пожарній часті, ті повинні були там провести определений там инструктаж, экзамен проверить, вот, должны были быть инструкции, с которыми она должна была ознакомиться, и фактически она должна была делать определенный обход, значит, учреждений, за которые она отвечает, за помещение, и проверять на пожарную безопасность. Пара надеется, что свадьбу они все же сыграют. Торжество перенесли на 14 ноября. Адвокат Натальи Алексей Черный готовит апелляцию. Будет добиваться освобождения девушки из-под стражи. Обжалование решения состоится 28 сентября в апелляционном суде Одесской области. Черговий етап – це оскарження ухвали про обрання міри запобіжного заходу. Я сподіваюся, що ми зможемо довести безпідставність утримання її під вартою і обрання більш м'якого запобіжного заходу, не пов'язаного з позбавленням волі. Пожар в детском лагере «Виктория» произошел в ночь на 16 сентября. Огонь забрал жизнь 3 девочек – 9-летней Насти, 8-летней Сони и 12-летней Снежаны. За решеткой оказались директор лагеря Петр Саркисян и воспитательница Наталья Янчик. Помочь девушке финансово некому, она круглая сирота. Вероника Годяцкая, Татьяна Ларина, Сергей Марин, телеканал «Репортер».